Вот это да! Вы это видели? Йо-ху! У-ху! Ребята, всем привет! Сегодня у меня столько планов! Ой, огурчик, где копаешься? Да я здесь, Крушила, я здесь! Что ты опять придумал? Ты только глянь, что я придумал! Ты видишь там инструменты! И не просто инструменты, а это инструменты Ромео! Я его фанат! Это самый крутой, просто крутецкий злодей! Я заберу его инструменты! Я тоже стану крутым! Да вон же они! Ого, Крушила! По-моему, это дурацкая идея! Ты точно уверен? Да что ты, огурчик! Все время ты подводишь! Да поехали! Украдем их! Ну что, Крушила, какой план? Что мы берем? Я предлагаю взять вот тот шуруповерт. Или этот дрель. Ты что, огурчик? Какой еще шуруповерт? Мы возьмем вон ту синюю штуку. Огромную. А ты хоть знаешь, что с ней делать? Потом разберемся. Главное, давай тихонько подкрадемся, пока Ромео отвлекся. Мы ее заберем. Слушай, Крушила, что ты собрался делать с этой штуковиной? Вон, смотри, там компашка Вспыша. Вспыша и его компания. Я направлю эту штуку прямо на него. Надеюсь, что-нибудь получится. И он сломается и не сможет опять выигрывать всех. Точнее, меня. Ха-ха, классный план, да? Ну, не знаю, Крушила. Ты же не умеешь управлять этой штукой. Как это не умею? Сейчас я попробую. Надо самое главное прицелиться, наверное. Так, я прицелился. Пробую. Так, что-то не получается. Нужно потрястись. Эй, Крушила, пока ты здесь трясешься, по-моему, Вспыша и его команда уезжают. Подождите меня! Вот это да! Вы это видели? Нет, огурчик! Ты видел? Я целился во Вспыша! Эх, план не удался! Слушай, Крушила, рык стал огромный. Я тебе предлагаю удирать, пока все не поняли, что это мы такое сотворили. Ты прав, огурчик. Давай уезжаем. Ох, ребята, наконец-то я вас догнал. Куда вы так уехали? Ого, рык! Что с тобой случилось? Со мной? Ничего. Да ты же огромный! Ребята, вы это видите? Рык огромный! Рык, ты только глянь! Мое колесо и твое! Да ты же просто гигант! Огромное колесо! Это точно рык! Ты стал огромным! Вспыш, что же мне делать? Не переживай, рык, мы тебе поможем! Сейчас подумаем как и поможем! Ребята, а вы не видели, что случилось с Рыком? Не мог же он просто так сам превратиться. Эй, ребята, вы только гляньте, это же Ромео. Эй, Ромео, стой. Что вам нужно, Вспыш? Я ищу свой увеличитель. Вы, кстати, не трогали его? Может, это вы его украли? Увеличитель? Так, все ясно. Кто-то его украл и увеличил нашего Рыка. А-ха-ха-ха, вот это да! Вы это видите, детки, ребятки, вот это да! Ха-ха! Мне даже не нужно ничего делать! Так, Ромео, ты должен нам помочь найти свой увеличитель.
Вот еще, Ромео никогда никому не помогает. Сами разбирайтесь. Эй, ребята, а может быть это вы сможете нам помочь? Вы не видели, кто мог украсть увеличитель? Что-что? Говорите громче. Да, ребята, кричите громче, кто это мог взять? Крушила? Крушила и огурчик? Как мы сразу не догадались, конечно же это Крушила. Он всегда так поступает. Нужно его найти. Быстрее лучик удираем. Подожди меня. А ну стойте. Эй, вспыш, ты видел? Я могу развивать суперспособность. Суперскорость. Я быстрый, смотри. Ой, что-то не получается. Эй, вспыш, а быть большим не так уж и плохо. У меня суперскорость, я большой. Так, Рык, ты так заигрался, что мы упустили Крушилу. Как же мы тебя теперь превратим? Эй, ребята, вы это видите? Да, по-моему, вот он, увеличитель. Точно! Ура! Я снова превращусь в маленького. Хотя мне понравилось быть большим. Так, направляю. Ну, что-то не получается. Направляю. Ну, так, что-то у меня совсем не получается. Еще раз пробую. Ну. Эх, не получается, Рык. Как же так, вспыш? Я что, останусь таким большим? Вспыш! Рык, смотрите, кого я вам привел. Давай, иди. Вот еще. Не хочу я вам помогать. Я никому не помогаю. Я только пакостью. Давай. Не толкай. Ладно, так уж и быть. Ты что это наделал, Ромео? Ты превратил Рыка в осьминога! Ну-ка, исправляй давай все! Ромео, ты что такое натворил опять? А-ха-ха-ха! Вот это да! Вот это умора! Классно! Ну, я не виноват! Что-то этот увеличитель сам шалит. Попробую еще раз. А это еще кто такой? Это не Рык. Какой еще Рык? Это же я. Мишка, Валерка желейный. Ой, что-то я не желейный, а пластмассовый. Как же так? Ой-ой-ой. Что со мной происходит? Ничего не пойму. Рык вернулся. Ну все, я вам помог. Больше меня не зовите и ничего у меня не воруйте. Ребята, пока-пока. Спасибо вам за помощь. Комментируйте, ставьте лайки. Пока. Thank you.